Собаки всех пород на страже наркотрафика. Сразу в нескольких регионах страны отличились четвероногие сотрудники, а спасатели Кызылорды провели уникальную спасательную операцию. Все подробности в хронике происшествий. Этот огонь – дело рук полицейских Кызылординской области. В костер они пустили больше 5000 кустов наркосодержащих растений с двух плантаций. Ими были засажены 20 соток песчаной земли. На месте были задержаны трое подозреваемых растеневодов. Этот тайник для наркотиков находился в автомобиле жителя уже Алма-Атинской области. Его обнаружил служебно-розыскной спаниель. Наркотиками были полны и брючные карманы 53-летнего водителя. Всего он вез почти 6 килограммов гашиша. А в Жамбульской области отличилась уже овчарка. Пес по кличке Барон указал на сумку на заднем сиденье автомашины. Там оказалось больше 200 грамм гашиша и 820 грамм высушенной марихуаны. Все перечисленные задержания произошли во время оперативно-профилактического мероприятия «Карасура-2020». На трассе Павлодар-Кызылорда водитель не справился с управлением и врезался в дорожное ограждение. Водитель госпитализирован с переломом ноги, его машина пострадала куда серьезнее. Крупный пожар в Туркестанской области. Огнем было охвачено свыше 250 квадратных метров кровли и больше 430 квадратных метров помещений. Внутри находились легковоспламеняющиеся стройматериалы, что осложнило борьбу с огнем. Горело строящееся здание в индустриальной зоне. Причины пожара выясняются. А в Кызылорде горел сеновал и хозпостройки одного из частных домов. Особую опасность представляли газовые баллоны, находившиеся внутри горящего помещения. Но пожарные оперативно справились с огнем, предотвратив их нагревание и взрыв газовоздушной смеси. Кызылординские спасатели впервые в истории спасли палец. Женщину в руку укусила оса, конечность опухла и кольцо на пальце невыносимо давило. Спасатели с хирургической осторожностью распилили украшение. Сначала я вызвала спасателей, но они отправили меня к медикам. Скорая приехала, отвезла к терапевту, но врач сказал, нужны спасатели, меня сюда отправили. Вот спасибо честникам, спасли мой палец.